Всем привет, вы на канале Просто Детки, и мы продолжаем обзор игры Воришка Боб 2 часть. Двойные неприятности. Надеюсь, неприятностей у нас будет меньше, потому что мы купили крутой новый костюм, и он помогает нам этих самых неприятностей избежать. Когда, казалось бы, уже не знаю, что делать, Воришка Боб превращается в какой-то предмет, и этим самым спасает себя от обнаружения. Не всегда, конечно, это работает, но иногда спасает. Так, что нам здесь нужно сделать? Здесь куча лазеров. Ох ты. Ой. Так, он поворачивается в ту сторону. Теперь в эту. Лазеры теперь начинают двигаться. Прикольно. То есть нам теперь нужно как-то успеть за ними. Но ведь бежать нельзя, иначе... Ага. Иначе нас заметят. А нас и так заметили. Значит, нужно будет пробовать пробежать. Я просто боялся, что если я побегу, меня услышит тот снизу здоровяк. И будет мне больно. Ой, слушайте, я на кнопку не нажал. А, теперь же придется его ждать. Ну ничего, подожду. Он парень шустрый, быстро уйдет. Так, все, порядок. Так, беру плюшку. А, блин, да что такое? Так, если он не слышал меня, получается, он просто среагировал на сигнализацию. Так, Боб, ты давай как-то поаккуратней. А то что это такое? Сразу первая миссия, ты начинаешь так ошибаться. Так, нажимаем на кнопку, не забываем. Берем что-то вкусненькое. И приготовились бежать. Да, видите, он меня не заметил. Он услышал, но поздно. Так, а здесь тоже лазер есть. Ой-ой-ой. Придется опять как-то обманывать его. Вот, здорово. Так, а что дальше? Дальше здесь опять кто-то ходит. Большой повар, ничего себе. И он смотрит за своими запасами. Ну ничего, ох ты, ТВ-антенна, класс. Ой, я, смотрите, я здесь забыл что-то. Так оно там завалялось в углу, и ничего не было видно. Так, смотрите, я не... А, все взял, 11 предметов. Получается, смотрите, все взял, не замечал, во время вложился. Все нормально получилось даже. Так, монетки удвоены, и можем переходить к следующей миссии. Номер 17. Чакаверимо. Так, что он от нас хочет? Что-то опять, чтобы мы спасли. Ой, я уже слышу звук летающие тарелки. Вы тоже его услышали? Мне уже страшно. Так, смотрите, получается я... Нет, я не успею. Надо было ждать. Пока она отвернется или как? То, что я ее услышал... Ой. Нет, нужно ждать, пока она в сторону посмотрит. Не, она не заметила даже, да? Нужно было как бы так вот ей дать понюхать. Да что ж она такая? О, услышала, здорово. Пускай она след теперь смотрит. И все. Взяла кого хотела. Надеюсь, меня она не унюхает. Это НЛОшка. Все здорово.
Вот так она нас выручила. Берем ключик. Открываем дверь. Так, кто куда здесь? Получается, здесь тоже нам что-то нужно такое делать. А, здесь тоже нужна нам летающая тарелка, иначе... В общем, иначе мы не сможем ту пать отодвинуть. Так, а я могу сюда пройти сначала? Нет, не могу. Получается, он должен открыть нам ее, да? Как же быть? Так. Ой-ой-ой. Да что ж такое? Смотрите, что творится. Так, ну успею я выйти? Успел. Здорово. Так, а теперь мне нужно опять как-то обмануть эту летающую тарелку. Побежали. Как-то сюда вот, да? Там я спрячусь. Ну что, следим. А, и у меня время закончилось. А как же быть? Что, летающая тарелка нас не видит? Нет, не среагировала она никак. Хотя вот я след оставляю свой, да? В общем, все, придется переигрывать. Обидно. Так, теперь я все знаю. Слышала? Нет. Вот все, эта тарелка виновата, что она не с первого раза меня слышит здесь. Хотя когда не нужно, она видит издалека вообще. Слышит тоже. Так, разворачивайся. Давай, уходи быстрее. Время, деньги. Сейчас бы так ее и двинул бы. О, опять услышала. Молодец. Этот раз сразу. Я могу мне здесь попробовать как-то вот так вот сделать. Натравить ее на этого полицейского. А, нет. Она ушла, но зато убрала кровать. И это главное. Все, смотрите, теперь я... Собираю тут все вот эти вот вещицы. И у меня еще целая минута, чтобы отсюда выйти. То есть просто повезло неимоверно. Фух, наконец-то. Все собрал. Не замечен. И времени еще куча в запасе. Можно идти к 18-й миссии. Так, вот она. Зеленый ключик. Как раз под цвет моего костюмчика. Так. А нам нужно за ней, да? В какую сторону, интересно, она будет разворачиваться? Надеюсь, не в ту, в которой стоим мы. И это хорошо. Как все оказалось просто, да? А, здесь закрыто. К сожалению. Есть какие-то ворота вообще такие, которые открываются, по идее-то. Так, в какую сторону поворачивается, кто знает. Ух, не в ту, в которую мы смотрели. И это классно. Так, мы можем открыть двери сюда. Ага. Вон оно что. Это вообще плохо. Так, а как же нам здесь быть, а? Нам как-то нужно кого-то подставить. Как это сделать? Ой. Слушайте. Меня здесь не было.
как же быть? Никак не получится здесь быть. Да, придется что-то придумывать. А что здесь придумаешь? Может, как-то вот так? То есть, чтобы она пошла, тарелка эта туда вот. Там нажала на кнопку, да? Ой. Давай быстрее отсюда. Вот, здорово. Ух ты. Теперь нажим... А, здесь теперь понятно. Все. То есть теперь я знаю, как эту миссию проходить. Осталось ее пройти. Без ошибок. Так, вот мы уже идем сюда. Сразу все, что нужно, я беру. Без особых сложностей. Found key. Нашел ключ. Надо было написать found green key. Так. Ой, а почему он сам идет? Я сейчас ничего не делаю. Это какой-то глюк. Бывает. А то у нее в руках что, такой большой стакан с кофе или кто? Что она такое держит? Или сумочку свою? Так, вот я. Теперь он сам не идет у меня. Странно. Какой-то глюк сработал. Так. Снимаем у него аккуратно ключик. Опа. Я просто не понял, как там с помощью этой тарелки мне все сделать. Оказывается, не так уж и сложно. Давай, давай. Время, время. Так, вот она смотрит туда. Прям перед носом у нее пробегаю. Сюда главное и успеть обратно, да? Все. Даже тот дядя останется живой. В отличие от прошлого раза. Вот. Мы сюда прошли. Взяли то, что нам нужно. Ой-ой-ой. Теперь придется тетю ждать. А у нас 9 секунд. Ай-яй-яй-яй-яй. Еще превратился в тумбочку. Ну уже, две, одна. По-моему, успел. Все собрал, не заметь. Да, и одна секунда в запасе. Здорово. Так, и переходим к 19-й миссии. Опять там тарелки летают. Надеюсь, эта миссия будет без тарелок. Как-то одни уже от них устал. Там на что-то у него 3 дня есть всего лишь. Так. Там переодевачка. И здесь еще кто-то ходит. Ух ты ж. А, с ключом, дядя. Придется у него как-то ключ. Ой-ой-ой. Получилось. Совсем нехорошо. Блин, как ключ забрать, если он смотрит прямо на нас? Ну уже... Блин, не знаю. Может, за дверью спрятаться? Он на дверь не обратит внимания, нет? Как-то так. А, увидел все-таки. Так как же его все-таки взять? Получается, нужно как-то его так обмануть, чтобы он нас не увидел. Блин, все-таки увидел, а? Через окно. По-другому я не знаю, как его брать. А! Блин, да что ж он все время в разные стороны вертится?
Может, мне нужно как-то взять его и переодеться. О, здорово. Все. Только я не взял эту штуку там. Придется ее взять и потом зайти еще раз переодеться. Да что ж он... Блин. Какой-то он на ухо слишком сильный. Ух, все, взял, могу идти. Наконец-то. Так, а здесь у нас какой-то дядя тут бродит. Конвейеры. Ух ты. Получается, мне нужно успеть, пока он будет идти вверх, да? Потому что иначе... Ой, чуть в него не врезался. Так, есть такое дело. А, получается, мне нужно... Блин. Как же быть? Мне опять возвращаться нужно было и переодеваться. А там же камера. В общем, я уже ничего не знаю. Так, ну главное, что... Блин, ну почему он за мной пошел? Фух. Так, переоделся. Ой-ой-ой. Так, идем сюда. Подожду, пока он сразу дойдет и развернется. Вот, а теперь быстренько иду сюда. Так, а как мне здесь переодеваться или что мне здесь делать? Ага, вот там еще есть эти, там форма для переодевания, смотрите. Я могу подойти сюда, по идее, и быстро переодеться. Вот, все. Теперь мне все стало ясно. Так, думаю, как здесь можно пройти? И вот последняя дверь. Какой-то квантум, что-то там еще. Фонарик или что? Ну, все. Пройдено. Все собрал. Незамечен. Ложился во время. Так, и последний на сегодня уровень. И вообще уровень в этой главе. У нас в следующем обзоре еще будут секретные уровни. Сколько их здесь? Как всегда, 5, наверное, да. 4, 8, 10, 16, 18. А пока что последний, 20. Из обычных. То будут у нас секретные уровни. Так, опять тут я слышу уже эту летающую тарелку. Третий раз уже сегодня нам встречается. И не сказать, что она мне сильно нравится. Так, а где тут охранник? Вот он уже идет. А, классно, я ж пока не зайду, у нас время не начинает тикать. Это, конечно, классное нововведение в этой игре. Так, а что здесь у нас? Ой, блин. О, прикольно. Сразу попался, ждал и попался. Это типа телепорт какой-то. Так, мне получается нужно за летающей этой тарелкой идти. Взять ключ. А мне ее нужно, интересно, выманивать? Или нет? А сейчас начнет крутиться. Не начало, хорошо. Ключик у меня уже есть. Теперь здесь бы не попасться. А, там еще один телепорт. Весело. Я, в принципе, мог бы добежать сюда уже 10 раз. Пока тут дядя ходит. Так, опять нужно взять ключик. Кучу всяких плюшек. И надеяться, что она не развернется ко мне своим большим глазом. Все, получилось. Охранник опять идет сюда. А время-то тикает. Тик-тик-тик-тик. А почему у меня так мало вещей? Ключи не считаются как вещи, да?
Только четыре вещи. Так, вот он, голубенький ключик. Но только меня сейчас заметят. Блин. Так старался и на таком простом попался. А если бы я подождал за на улице, то меня бы снизу увидел бы охранник. Обидно, слушайте. Так, я успел? Успел. Отлично. Чтоб не ждать. Да и экономия времени. Так, все, охранник, уходи. Я сюда, хорошо. Теперь я могу сразу успеть попасть в эту комнату. Пока он не вернется. Даже еще тарелка не сделает новый круг. Пока вместе все идет как по маслу. Надеюсь, что дальше повезет. Так. Тот охранник делает круг наверх. Ой, блин, мне теперь нужно его дождаться. Иначе меня снизу заметят. О, успел, хорошо. Так. Здесь. А, это секретные двери открываю, да? Получается. Что это такое? Какие-то ленты. Так, вот я ее открыл. Охранник не заметит, нет? Нет. И у меня куча времени в запасе, смотрите, я выхожу. Весь такой модный. Так. Бриллиан. Здорово. Раньше я в последний миг попанывал, а сейчас, видите, не получилось. И что? Что это за груда металлолома? Это все, что я своровал, да? Стиральная машина была главная. Чего себе. Он вызывал летающую тарелку. Она его похитит? Или весь тот хлам, что он собрал? В общем, непонятно, чем это все закончилось. Может быть, еще что-нибудь интересное узнаем в секретных миссиях. Так, ну что, это была последняя миссия в третьей главе. В следующем обзоре у нас секретные миссии, а через один уже Пилфер Пик какой-то, то есть зимний район. Поэтому, если вы смотрите наши обзоры, они вам нравятся, то, пожалуйста, поддерживайте это видео, наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии, не забывайте делиться этим видео с друзьями. А также, кто еще не подписан, подписывайтесь и не пропускайте наши новинки. На сегодня все. Всем спасибо за просмотр, до новых встреч. Оставайтесь с нами, дальше будет только интереснее. Пока-пока.